Всем привет, я Вика Хорс, и вы попали на мой новый видос. И сегодня мы снимаем видео-объявление. У меня есть для вас две новости. Одна хорошая, одна не очень. Начну с хорошей. А хорошая, что, как вы знаете, на моем канале сейчас идет конкурс. И результаты конкурса будут в ближайшее время. То есть, либо сегодня, либо завтра. А не очень хорошая новость, то, что я не смогу завтра снять определение победителя. По техническим причинам. Я не смогу это сделать, потому что у меня не будет времени, у меня завтра вообще очень заброшенный день, поэтому розыгрыш призов будет сегодня в прямой трансляции в 6 часов вечера. Не опоздайте. По техническим причинам в воскресенье розыгрыша не будет, а розыгрыш будет сегодня в 6 часов. Не пропустите его. Всем пока, а также результаты потом будут в видео. В 6 часов по московскому времени, то есть в 18:00. Сегодня жду вас всех на трансляции с определением победителя. Пока-пока!